Не с нами никого? А с нами никого. Они там полные. А, ты что, охуел? Я же сказал, жбеньк. Давай ты дропнем. Давай ты взял обратно. Ну на, бери магазы, вот синий. А вот это уже не ты нихуя. Ты шо, сука? Сейчас как рандом шот в голову как попаду. Вот тут страж есть. Ничего не нашел. У меня вперед пуш. Я пытался найти его, я его не нашел. Разбил. Одна хп банга. Банга. Разбитый, 40 по мясу. Это что за хуйта была, блядь? Нихуя себе! Это был чемпион. Можешь что-нибудь оставить? Пожалуйста! А что я забрал? Я забрал только энерго немножко, и все, тебе энерго нужны, блядь, простите? Нет. Просто я, блядь, открываю ебаную хуйню, и оттуда все исчезает, блядь, вообще совсем все. И вот я на что не навожусь, блядь, ты уже навелся и нажал, блядь. Два феникса, блядь, ну и ладно, ну и пусть. Был страж, я вот думаю, взять. Значит, ты забрал все большие банки, какашка. Целых две. Да, блядь, ну две больше, чем у меня. Классно же. Класс, фиолетовый рюкзак, позже в него одну большую банку. Ты, кстати, вин, тебе не нужен? Не, далеко идти. Да, блядь, что за дедслайд говна? Пиздовать, поэтому пойду остальное посмотрю еще. Мне вроде ничего не нужно, сразу взять. Ай, блядь, сука, убью нахуй! Нет, тебя пушат по батутам. Вот это ты пиздуй! Октан разбит. Он меня просто трешотает нахуй с пискипера, блядь, и у него... А, это... Мастик. Вот это действительно был мастер. Можно репорт скинуть сразу? 44 первым шотом он мне дает, а дальше 2 по 60 с чем-то, блядь. 66... Нет, 60... 4. Нет, 68, блядь, 2 по 68. Нет, куда было бы 16. 69! О, 2 шота по 69. Я посчитал. Я умею считать, я... Сука. Я нанес 3 урона. Хочу двойной чизбургер и Биг Мак и картошки, ведро, блять, и крыльев нахуй, ведрище ебучее, штук 30, чтобы жрать их, пока мне плохо не станет, чтобы потом жопа горела. В смысле, Влад Кинг, Каньон Кингс 13 сквад, Left, ты из матча не вышел. Ладно. Все хотят к Владу, но никто не попадет, потому что Лёва не приедет в Питер, все плохо. Чё, Олимпус начался? А, подожди, Коля, нахуй Олимпус, Каньон Кингс только что недавно запустился. Я могу сразу две локализации одновременно. Мне, наверное, надо стрим вырубить ради 10 FPS лишних. Ааа!
Вот ты выпускающий, я забыл тебе об этом сказать. Нахуй, если джон сквадра тебя отпиздывают сюда, вот так же наражусь. Или даже на края, на края, на края. Просто, я думаю, это будет весело, если я найду оружие. О, хаос. Ну, 40 патронов. 30 лонгбол. А, подожди, там, блядь, мозамбик был. А! Блядь, нет, только не 30-30. Здесь внутри, если что, есть дрончик. Кайфово. Только не внутри, а снаружи. Который с фиолеткой. Броня! Нет, нихуя. Ладно, похуй. Лучше, чем деньги. А там разбитый почти мертвый. Спасибо за вход. Банга надо мной. Аааа! А, это банга, это какой-то фигурок. Ты Ватсон. Это вообще за фьюз. Да. Патроны на сайпер хоть дроп, но там в трупе первого пидораса есть хуйня. Линоук, который. Хорошо. Эй, бро! Окей. Нихуя себе все, блядь, пропылесосил. Кто? Тебе лайки нужны? А? Нет, нет, нет. Здесь чел на крыше. Ты можешь ему красиво ёбнуть. Где? Жбуньк! Я ебал. Ебал хорошо, а ёбнул? Нет, я ебал, говорю. А я ёбнул. Лови гранату, я ему в ебало гранату кинул. Она ударила его по лицу. Ебучее отсутствие прицелов. Здесь еще летит к тебе одна. Нет, не летит. Нет, не к тебе. Нет, не ко мне, нет, не летит. Ну хоть одного разбил, блядь. У меня тут золотой отметь. О, башку октану дал. Хорошо, а где? А, ну ладно. Вон там вот враг еще у тебя. Ага. По-моему, она вон туда ушла, это валька. Похоже, была на сольника, но я не уверен. А, у меня кончились мелкие банки. Да, блядь, шифт! Я сбросил банку. Могу тебе банки дать. Можешь. Маленькие, естественно, у меня одна большая. Дай. Могу дать энерго. Дал 4 банки. Дропнул энерго. Хочешь на скаут пересесть, золотой магазин, вот. Да, было бы прикольно. Пересесть. Магазин, вот. Скаут здесь. Валька непонятно где вообще. Здесь есть. Вот. Я думал, ты заинтересован. Да, я возьму кредит одна. Надо. Я пытаюсь взять то, что уже взято. Брат за брата за основу взят. Нормально, брат. А это где ебнуло? Не здесь ли? По-моему, внутри, да, здесь. Надо только еще прицел найти 2-4 какой-нибудь на скауте, это вообще замечательненько. Хочешь вертикалку? Не, хуёво. О, здесь прямо. Да, да. Я туда уйду, дал. Кто пытается улететь? Да, разбито нахуй. Блять, какая манся сейчас тварь. Точнее, она даже не мансит, я просто попадаю, блядь. Я ёбнул. Вот. Я просто косой, как ёбаный пиздец. Ты не беспокойся, ты ничего, господи. Ты хорошо, ты молодец. Это плохие вайбы, бро, они убьют тебя. Не, меня тоже когда-то убили. Меня много чего убило, так что... Я уже Dead Inside, так что похуй. У меня Dead Inside — это команда, в которую ты не входишь. Есть русская команда Dead Inside. Там играет Пузи, Казах Бой, еще кто-то. Тебе тяжики нужны? Да нет, хватает. А где там вторая энергия? Я съебался уже. Не буду энергию пробовать.
Он с Адьяма играет. Dead Inside. Хотя не точно. Нет. По-моему, нам туда куда-то. А, вон, да. Ага. Влетаем. Привет, робот, стой, хуга, не блядь. Беги! Он же видел нас. Не, я Вальку видел только. Да он должен был нас видеть. Так вот туда гранату захуяриваю. Охуенно захуярил, блядь. Прям внутрь? Ага, пиздец, на крышу. Минус 40, минус броня, минус ебало. Ух, как я мансонул в нужную сторону. Аж на бочку запрыгнул. Тяжей пиздец здесь, конечно. Не жалуюсь. Робот. Валька же, у нее же здесь сраки, придешь летит еще. Что ж знаю. Вот и бодок. О, X3! Ура! Дропчик. А дай-ка я сделаю так. Собаку там ебут или что? Что происходит? Да. Может, вы не будете ебать собак? Нет. Я слышал пук слева. Этого броня, да, пошли ебать. Бля, пиздец, он далеко. Неудобно. Но с другой стороны, в зоне, помните, Титаники стоят, блядь, вот здесь крысик на двух щитах? Которые до сих пор там стоят, Влад! Надо было убирать щиты за собой. Они смотрят вообще в ебаную сторону, поэтому он не может. Да, я понимаю, но все равно как бы это к вопросу. Надо было убирать щиты, сказал Влад. Литерально нахуй там стоят щиты с начала матча. Ну не все можно взять и убрать успеть. Тогда, когда ты особенно начинаешь бежать резко в другую сторону, блять, и по кругу на карте. Или тогда, когда ты начинаешь орать, что у тебя там враги, тебе надо стрелять резко. Ору. Как-то, блять, резко. Подожди, сейчас я щиты уберу. Подожди. В них летают. В них октан простимился только что. Или это свой октан? Я не понял, что происходит. Ну там вижу, работать сейчас есть свой шанс. Окей, пока молчу. Пока нету. На левую сторону не выходит. Подожди, а что за октан, блядь? Они тимятся, что ли, или что? По-моему, они спрыгнули. Из чего наверху? Че, можешь шеву расчистить? Ну да, видимо. Охуевую туда. Ну, звездами все, усрал, блядь, а по-моему они просто спрыгнули. Про геймер мув нахуй. Мне показалось, что они типа вот сюда за угол засели. Блядский! Все нормально. Ты дропнулся вниз, да? Все нормально, я не настолько упал там. А, ну, сука, у тебя пути не будет назад. Стой, дракона, не трогай, сукин сын! На нахуй тебе сразу 5 попаданий. Вот здесь уебан. Я тебе сказал, дракона, блять, не трогай. Вот, у меня здесь противник, ты мог бы? Да, мог бы. Нет, не мог бы. Да, он мог бы. Одно хп рыба на мне. Дропайся вниз и еби очку, вот сюда вот ушла. С шевой, шевой, шевой. Только не на свою же звезду, блядь! Хорошо. Да похуй, это Шейла же. Вот я из-за ее звезды умер. У нее одно хп было, блядь. Баночка. По-моему, под нами чего будет на зипе залетать? Расконтролишь? Расконтролил. И ногу до меня, ножки не это. Щит, который ставится, уже достаточный контроль. Я хорошо принял рейву, блять, но... Эхтанов нормально в целом. Хуй знает, блять, звезды отдал все на них. А чё с пипегой? Ой, там сильно дальше ебошится. Там убежал, там чел убежал, которому я стрелял. Он больше пипегу не трогал. Ну все, можно, все будет, если здесь кино не будет. Вонючка, октанчик опять был. Да, вижу, и правда есть там чел где-то.
Не рыщи ПТЗ. Ну, короче, я там дал с ракеты, парня влетели, убили. Я виноват. Ты да. Я думаю, он был очень недоволен этим попаданием. Я чё-то не добрасываю хронически, блядь. На 2 метра. У меня есть октан, блядь. У меня ни ульты, ничего. Это что, блядь, нахуй? Октан, блядь, стоит просто, лутается в поле, нахуй. А, по мне сажали со спины, вот братан. Вот здесь, да. Я не вижу, но нет угла вообще. Он слишком высоко сидит. Укрытие лучше найди, будет хорошо. Да у меня-то есть укрытие, мне похуй. Как в поле лутается, братан? Здесь золотая имеется. Не хочешь? Дал 40. Дважды. Вот здесь. Окей. Okay. Он банку херяет там. Дал 59 в башку. Не бать, ему больно, наверное. Да, ему неприятно. Он разбитый, если надо что. Залетать будет, да. Хорошо, урон будет крыло. А там смотрите. Почти разбитый. 70 дал. Уничтожил. Хороший у него гран... это... бронь. Вот тут. Угу. Там золотая еще была, там где в поле было дохуя всего. Ну он ее сбросил. Но возвращаться уже поздно. Да, ну там уже круг сильно ебет, слишком больше не хочу. Банок дать? У меня больших 3. А у меня 9. Класс. Теперь у тебя 6. Да. И у меня 6. Найс. Nice. 4-10. Спитфайр. Беру. Спитфайр. Могу здесь... А, нет, могу. Тебе 4-10 точно? А, у тебя не на что, блядь. Мне некуда. Разведчик не берет. Звезда есть. Не, некуда. Но если хочешь брать, бери. А дроп лайфлайн или что за хуйня, нет репликатора? Ну, где все? Черви пидора. А нас надо что-то искать. Зажигалка тоже граната. Чего, блядь, нет, не знаю. Топоты? Не знаю. Возможно. Здесь чел стоит. Угу. Я его убил. Хорошо. Он не хотел двигаться, да? Ну, скорее всего, да. Спасибо. Либо я не знаю, либо просто я его убил так быстро, что он не успел даже пукнуть, понять. Там, видимо, просто выкинулись все ребята. Здесь мы минус 80. Минус 90. Еще башка. Его можно пушить. Кто-то стреляет? Да. Я ему прям разъебал нахуй. Ага, на 150 где-то урона. Гиба вообще не двигался, поэтому его можно. Ну, видимо, выкинул. Дай плюс. То есть мы единственный, кого не дропнул. Да, мне больше фрагов. Ты должен успеть быстрее, чем я. О, сука. У меня угла нахрен нету. Потом у тебя не будет. Ну, короче, минус 60, да, у меня уже нет угла. Как хиляешь? Умирать. Здесь гиба, блять. Подожди, ты его убил уже, что ли? Нет. Я же по гибе стрелял, здесь гиба был. Я клянусь, вот труп гиба лежит. А, ну тот, который на месте стоял, я просто очень быстро зажал, и тогда, когда сказал, что он АФК, я перестал стрелять, и он уже умер. Там просто летело, что 60, что ли, урон в него. Такое бывает. Чё-то всех поукидывал внезапно.